Строительство длиною в 10 лет. В селении Дменис Хинварского района приступили к капитальному строительству административного комплекса. Началось все после войны 2008 года. Тогда на этом месте планировали построить здание отделения милиции Хинварского района. И хотя стены из красного кирпича были возведены, работы приостановились из-за отсутствия финансирования. В таком состоянии недостроенное здание простояло долгие годы. Жителей района судьба стройки очень волновала. И не раз обращались к руководству страны при любом удобном случае. Полтора года назад в здании поменяли кровлю. На одной из встреч с местными жителями президент Анатолий Бибилов пообещал, что здание будет капитально отремонтировано. И вот уже в течение недели здесь проводятся строительные работы. В этом году планируют отремонтировать первый этаж. Здесь будут расположены здания местной администрации, отделения милиции и отдел культуры. Там разместятся все административные комнаты, начиная с главы сельской администрации, культуры. И одновременно будут здесь сидеть и наша милиция, участковые инспектора. На втором этаже планируют построить большой актовый зал, предназначенный для проведения коллективных мероприятий. Со сценой, комфортным зрительным залом, удобной раздевалкой. Одним словом, будут созданы все условия для участников различных торжеств и приглашенных гостей. Приступили к работам. И, как вы видите, работы ведутся уже в течение целой недели. Ведется работа на первом этаже. Мы сейчас на втором этаже. Вот здесь будет большой актовый зал, где население села Дменис и близлежащих сел тоже могут проводить свой досуг. Большие концерты будут здесь. Ну и в будущем у нас совсем другие планы, грандиозные планы. Я думаю, вот эта площадь позволит удовлетворить просьбу нашего населения села Дменис. В здании будет функционировать индивидуальная система отопления. Будут созданы все условия для работы. Ануси Икаева – руководитель отдела культуры села Дменис. Каждый день приходит на стройку, чтобы посмотреть, как продвигается строительство. Все жители с нетерпением ждут открытия нового здания. Наконец-то началось строительство клуба. Отдел культуры сейчас работает в непростых условиях. Спасибо большое в первую очередь президенту Анатолию Бибилову. Он пообещал и сдержал свое слово. Уже совсем скоро мы переедем в новое здание. Как уже отмечалось, строительство первого этажа административного комплекса планируют закончить к концу этого года. На это руководством страны выделено 3 миллиона рублей. Второй этаж будет сдан в эксплуатацию в 2020 году. Регина Чешткоева, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня.